Программа «Итоги» на ТВ-3. Меня зовут Владимир Унанянц. Добрый вечер. В связи с горячими предвыборными дебатами, которые только что состоялись на телеканале ТВ-3, мы выходим в эфир чуть позднее, приносим извинения зрителям за эту задержку. Ну а сейчас о главных событиях сегодняшнего дня коротко. Противостояние в Гардабане. Политика или этническая нетерпимость, что не поделили азербайджанцы и грузины. Абхазский Майдан, о чем говорили и до чего договорились представители Москвы в Сухуми. Евразийский экономический союз. Путин, Назарбаев и Лукашенко подписали соглашение о создании экономического и, возможно, политического противовеса ЕС. Противостояние в Гардабане, день второй. Волнения в районе, населенном преимущественно этническими азербайджанцами, наблюдались на протяжении всего дня. Местные жители, в основном мужчины, вышли на улицы, чтобы разобраться с участниками вчерашнего инцидента, который, по словам недовольных азербайджанцев, нанесли им сначала словесное, затем и физическое оскорбление. Что не поделили азербайджанцы и грузины Гардабане, расскажет моя коллега София Тетрадзе. Потасовки и столкновения в Гардабане уже стали своеобразной, хоть и плохой, но традицией. Этот человек, этнический азербайджанец, показывает шрам на голове, след конфликта годичной давности. Сегодня разгневанные азербайджанцы вновь вышли на улицы Гардабани. Вооруженные дубинками взяли курс на район, где проживают в основном грузины. Колонну идущих мстить за вчерашний инцидент сопровождала полиция. Местами шествие останавливалось. Местные озвучивали свое недовольство на камеру, а временами и в адрес камеры. Я гарантирую. Я вам клянусь, говорить, так будет. Вот сколько телекамер, надо снимать меня. Не надо снимать. Просто нам приехали здесь, вот ребята пьяные, грузины, сивани, и начали оскорблять всех азербайджанцев. Азербайджанцы, мамы так и сделали, это татары надо выселять, всех татар надо так и сделать. Шествию так и не удалось достичь пункта назначения. Правоохранители выстроились перед толпой живым щитом. С целью разрядить ситуацию на место событий прибыл и губернатор региона Квемокартли Георгий Мгамбишвили. Чиновник пытался усмирить недовольных на языке простонародной дипломатии. Сейчас дайте мне возможность, чтобы я этих людей собрал. Те, которые подрались между собой. Я их соберу, мы вместе сядем и помиримся. Я вам гарантирую, что те, которые... Подожди, брат. Тогда что? Да набьем их морды. Все началось вчера в местной Чехане. Словесная перепалка между молодыми людьми переросла в драку с использованием дубинок. По словам очевидцев, в баталиях участвовали около 200 человек, что стало причиной конфликта. Каждая из сторон представила свою версию. Впрочем, первый политический акцент в эту историю внес член местного крыла Единого национального движения Рамин Байрамов. Среди пострадавших есть и активисты национального движения. Были выкрики и против националов. И я не знаю, если кто-то говорит, что это было... Не знаю, какое-то действие националов, это абсолютная ложь. Абсолютная ложь. Впрочем, активисты районной организации правящей коалиции «Грузинская мечта» озвучивают другую версию и призывают не политизировать вопрос. Мы, грузины-азербайджанцы, оба кавказских народа. Между парнями происходят конфликты. Но почему политики должны использовать это в целях обострения межэтнического конфликта? Я член грузинской мечты, но для меня сейчас не существует ни грузинской мечты, ни единого национального движения, ни лейбористов. Мы один народ. Я очень уважаю азербайджанцев, потому что они традиционный народ, как мы и любим. Я призываю всех не использовать этих людей для упрочнения своих позиций. Правда, спекуляции на тему продолжились. Члены оппозиционной партии выступили сегодня со специальным заявлением, по сути, требованием к властям прекратить давление на политических оппонентов. Грузинская мечта не гнушается играть с опасным огнем в целях борьбы со своими политическими оппонентами. К сожалению, вчера мы услышали со стороны их представителей оскорбительные фразы не только политического, но и этнического характера. Пусть этот инцидент будет расследован как полагается, а не так, как расследуются дела в отношении членов Единого национального движения, поскольку этот случай особенный и он требует особого внимания. В правящей коалиции выступили с контрзаявлением. Там считают, что конфликт спровоцирован именно Единым национальным движением накануне выборов в органы местного самоуправления.
С приближением выборов некоторые политические силы пытаются накалить избирательную среду, напрячь ситуацию и посеять рознь в обществе. Пример тому — провокации, организованные национальным движением в Гардабане, в результате чего между активистами произошло столкновение, которое Единое национальное движение пытается использовать в своих целях. Это еще раз подтверждает, что сегодня для них партийные и личные интересы превыше всего, и они не гнушаются приносить в жертву интересы населения. Ближе к вечеру вооруженные дубинками азербайджанцы разошлись, получив от местных властей словесную гарантию того, что все виновники вчерашнего инцидента будут наказаны. Между тем, те, кого азербайджанцы считают этими самыми виновниками, этнические грузины, устроили свою акцию. Участники требовали мира. Его сегодня удалось соблюсти. Софита Траза, Александр Габелия, Георгий Самушия. Итоги ТВ3. Ситуация, особенно учитывая предвыборный период, в стране может очень негативно отразиться как на внутренней обстановке, так и на внешнеполитическом имидже Грузии. Сегодня у нас в гостях представитель организации «Многонациональная Грузия», занимающаяся вопросами нацменьшинств, Александра Калатузишвили. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо за интерес, спасибо за приглашение. Александра, я так понимаю, ваша организация не первый день занимается проблемами, связанными с нацменьшинствами. Так что же все-таки произошло в Гардабане? Политическая провокация или конфликт на этнической почве? Вы знаете, сегодня наша организация «Многонациональная Грузия» вместе с тремя другими неправительственными организациями, которые работают в сфере межэтнических отношений, уже сделала заявление по этому поводу, и в котором мы выражаем обеспокоенность происшедшими событиями. Здесь есть несколько моментов, которые я бы хотела отметить. В первую очередь я хочу сказать, что конфликт не носил политический характер, а произошел на бытовой почве. Из-за того, что сторонами конфликта в данном случае были этнические азербайджанцы, этнические грузины, то он еще и приобрел этническую окраску, скажем так. То есть содержал элементы ссоры на этнической почве. То есть в данном случае я бы хотела сказать, и мы это отметили в нашем заявлении, что очень важна роль СМИ, потому что то есть мы видели сегодня, были свидетелями того, что в некоторых случаях события освещались, скажем так, то есть СМИ не были объективными при освещении этих событий. Поэтому в нашем заявлении, которое мы сегодня обратились к общественности, и в том числе к представителям СМИ, мы отметили, что призываем журналистов и представителей медиа действовать согласно хартии журналистской этики. Также я бы хотела сказать, что очень важно, и мы обратились также к политическим партиям, чтобы они ни в коем случае не использовали происходящие события для, скажем так, соискательских дивидендов в период выборов, что очень важно. То есть я думаю, что по нашей информации, несмотря на то, что в Чайхане, то есть вот в вашем сюжете тоже было об этом сказано, что несмотря на то, что в Чайхане присутствовали люди, некоторые из которых были представителями национального движения, то есть сторонниками, скажем так, национального движения в Гардабане, с другой стороны конфликта представители грузинской мечты не участвовали, то есть не были задействованы, несмотря на то, что об этом утверждает медиа. В частности, я вот уверена, что противостояние закончилось бы уже сегодня, и, то есть даже в тот же день, если бы некоторые из лидеров национального движения, из местных лидеров национального движения в Гардабане не стали бы раздувать эту тему и через посредством, скажем так, местной структуры политической партии. То есть посредством Александра, то есть вы хотите сказать, что никакой этнической подоплеки в этом конфликте не было, это была чисто бытовая ситуация? Я хочу сказать, что это была исключительно бытовая ситуация, которая приобрела, скажем так, этнические нотки из-за присутствия, из-за того, что конфликт произошел между этническими грузинами и этническими азербайджанцами. Скажите, пожалуйста, то есть предвыборная ситуация послужила конкретно целью вот этого такого скандала вокруг? Потому что нам, как удалось выяснить, подобные ситуации, в принципе, это не первый случай, были до этого какие-то случаи противостояния между этническими азербайджанцами, этническими грузинами, но, как вы говорите, это были чисто бытовые, да, конфликты? Да, действительно, это был чисто бытовой конфликт. Не буду вдаваться в подробности, потому что достаточно сегодня уже было про это сказано. Но я хочу сказать, что я бы очень хотела верить в то, что данные заявления, которые были сегодня сделаны несколькими представителями, то есть они никак не связаны с консолидированным мнением национального движения. То есть потому что партия, которая была у власти, она прекрасно знает, чем
чреваты такие заявления, такие конфликты. И, вероятно, вот я склоняюсь к тому, что, вероятно, это решение было принято единолично лидерами местными, скажем так, национального движения. И они очень хорошо должны понимать, и, по-моему, поняли действительно, потому что уже днем во время митинга несколько из подстрекателей, которые пытались раздуть эту ситуацию и, скажем так, сконсолидировать людей на противостояние. То есть они уже сегодня на митинге, на вот этой демонстрации, которая была утром, они уже постарались перевести, скажем так, акценты и сместить фокус, смягчить этот фокус на самом деле. То есть я бы сказала, что в данном случае очень важна также роль полиции, и не только, то есть и роль населения, потому что, вот, как вы знаете, возбуждено уголовное дело, да, и мы также требуем от правоохранительных органов, чтобы ситуация была как в кратчайшие сроки расследована, и виновники были бы наказаны, скажем так, по всей строгости закона. Но очень важно здесь отметить, что сегодня, вот утром, да, даже когда по поселам ходили, скажем так, люди и собирали народ на то, чтобы выйти на вот этот, на это противостояние, выйти на этот митинг, да, они не смогли собрать больше 1%, скажем так, из населения. И это свидетельствует о том, что я бы сказала, что власти должны это воспринимать как кредит в свою сторону, со стороны населения, и они обязательно должны. Но если это дело не будет расследовано своевременно и по всей, скажем так, по всем меркам, предусмотренным законом, то этот, скажем, кредит этого доверия очень скоро прирастет мне недовольство со стороны населения. Александра, ваша организация занимается в том числе и мониторингом предвыборной ситуации в регионах, населенных преимущественно этническими меньшинствами. Скажите, пожалуйста, вот сегодняшние заявления, политические заявления, которые прозвучали, и вчерашние заявления о том, что имело место политическая подоплека, можно ли это расценивать как давление на избирателей со стороны определенных политических сил? Я не буду называть каких. Вы знаете, что в силу того, что я не склонна рассматривать это все-таки как политическое противостояние, то есть я бы не стала давать такую оценку происходящим событиям. Но наши мониторы, они действительно работают в 18 округах. У нас 12 долгосрочных наблюдателей, в том числе в Гардабанском округе. И это дело мы продолжаем расследовать. Мы обязательно предоставим информацию, то есть, скажем так, все факты, которые будут у нас на руках, и обязательно сообщим вам о дальнейшем развитии событий. Александр, я просто уточню свой вопрос. Да. Я имел в виду то, что вот эти заявления, они являются нарушением законодательства? То есть заявление о чем, если можете уточнить? Немножко хорошо. Плохо слышно. Я повторю свой вопрос. Я спрашивал о том, являются ли вот подобные заявления политического характера по закону давлением на избирателей или нет, если они действительно имели место. Я опять-таки вам скажу, что я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что такого факта, то есть я не хочу подтверждать пока такой факт, потому что он не подтвержден. Поэтому я не рассматриваю в данном случае это как давление на избирателей. И последний буквально вопрос, он касается непосредственно национальных меньшинств. Ваша организация занимается их проблемами. Каким образом вы доносите до руководства страны проблемы, с которыми сталкиваются национальные меньшинства? И как вообще власти реагируют на это? И реагируют ли вообще? Ну, в принципе, наша организация уже с 99-го года работает в этой сфере и, скажем так, предприняла немало усилий для того, чтобы содействовать интеграции этнических меньшинств в гражданское общество Грузии. Могу сказать, что за последний период нами предпринято несколько, скажем так, нами развиваются несколько направлений. В том числе совершенно недавно мы были, скажем так, инициаторами пакета рекомендаций к правительству страны по трем направлениям. Это рекомендации, которые были даны трем министерствам. Это Министерство реинтеграции, Министерство культуры и Министерство образования. И данные рекомендации, то есть они были направлены на то, чтобы содействовать интеграции этнических меньшинств в соответствующих сферах. И по договоренностям, которые у нас есть с этими структурами, то есть эти рекомендации отчасти будут учтены, скажем так, в стратегии этих министерств и в дальнейшей политике, и в концепции по интеграции и толерантности в Грузии. Большое спасибо, Александра.
Да, если можно, да. Я бы хотела еще добавить, да, по поводу вот конфликта, то есть, потому что очень важно всем нам хорошо осознавать, что любой конфликт, который имеет место даже на бытовой почве, на локальном уровне, он может, скажем так, быть углублен силами, которые хотели бы сорвать подписание Грузии ассоциированного соглашения. То есть я склонна рассматривать любое вот такое противостояние, любой конфликт, даже на локальном уровне, даже на бытовой почве, тем более, где присутствует этническая и религиозная подоплека, то есть как где сторонами являются представители этнических и религиозных групп, то я хочу сказать, что данные силы, они всегда они пытаются показать и выставить Грузию как государство, которое не способно, скажем так, находить общий язык со своими согражданами этнически негрузинского происхождения. И в данном случае очень важно, скажем, чтобы вот очень хорошенько прошу всех призадумываться, да, чем чреваты такие события и какие могут быть у этого последствия. Потому что поверьте, что я уже не говорю о том, что за нами пристально наблюдают наши сестры и братья, осетинские и абхазские сестры и братья в Сухуми и Цхинвали. И действительно, поверьте, то, как мы, то есть наши аргументы и заверения к ним о том, что мы хотели бы жить с ними в мире и согласии, они действительно будут развеяны как пух по ветру, если мы не покажем, что мы действительно можем находить общий язык с нашими согражданами. И в данном случае, то есть вот любой конфликт, который будет, в котором стороны будут этнические меньшинства и этнические грузины, то есть он чреват такими последствиями. Это очень хорошо надо понимать. Я очень благодарна населению, которое сегодня не поддалось, скажем так, на эти провокации, несмотря на многие усилия, которые были предприняты, и которые воздержались и сохранили самообладание, скажем так. То есть это действительно очень важно. Ну что ж, Александра, ваше мнение понятно. Большое спасибо. Я напомню о ситуации в Гордобане. Мы говорили с представителем организации «Многонациональная Грузия» Александрой Калатузишвили. Спасибо. Ну, продолжаем. Азербайджан может заинтересоваться закупкой грузинской военной техники. Об этом заявил находящийся с двухдневным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на проведенном после встречи со своим грузинским коллегой Ираклием Аласаня совместном брифинге. По словам Гасанова, он посетит предприятие «Дельта», производящее военную технику, и ознакомится с выпускаемой продукцией. Сегодня глава азербайджанского оборонного ведомства на Тбилисской площади Героя возложил венок к мемориалу воинам, погибшим за территориальную целостность Грузии, а также посетил национальный учебный центр Крцаниси. Завтра Гасанов и Аласани отправятся в Батуми, где будут присутствовать на мероприятии по случаю Дня полиции Грузии. Азербайджан не просто исторический сосед Грузии, но и сильнейший стратегический партнер в нашем регионе. Сегодняшний визит еще раз доказывает взаимное доверие народов и правительств обеих стран. Мы развиваем наши отношения в интересах Грузии и Азербайджана. Совместно с грузинским коллегой мы провели очень продуктивную деловую встречу, рассмотрели вопросы военного сближения между странами. Азербайджан заинтересован в продукции предприятия «Дельта». Рад, что мне предоставилась возможность ознакомиться с военной техникой, производимой в Грузии. Ну и к ситуации в Абхазии. Несмотря на прибытие в Сухуми помощника президента России Владислава Суркова и заместителя секретаря российского совбеза Рашида Нургалиева, ситуация остается напряженной. Впрочем, при посредничестве Суркова де-факто властям и оппозиции удалось договориться о начале переговоров. Противники Александра Анквабы настаивают на его отставке, а де-факто премьер Леонид Лакербая готов уйти сам в качестве уступки. Таким образом, новое правительство самопровозглашенной республики, сформированной оппозицией, может возглавить депутат Беслан Будба. Его кандидатура обсуждали сегодня на народном сходе. Впрочем, по словам экспертов, при любом раскладе абхазская оппозиция будет ориентироваться на стратегическое партнерство с Россией. Был нелегкий день в истории Абхазии. Действительно, в истории Абхазии. Он в историю войдет. И при всех его минусах есть один великий плюс, который делает честь всем нам. И нам, и нашим оппонентам. Мы обошлись без крови. Это я вам даю гарантию дороже всего, что может быть. На состоявшейся сегодня встрече лидеров оппозиции с помощником президента России Владиславом Сурковым было указано, что требование об отставке Александра Анквабы является основным. Об этом заявил член сформированного оппозицией Народного совета, в прошлом главный сухумский дипломат Сергей Шамба. Сам Анкваб также встретился с Сурковым, подчеркнув во время переговоров безусловную приверженность курсу на укрепление союзнических отношений с Россией. На данный момент итогом челночной дипломатии Суркова стала договоренность о начале переговоров между де-факто властями и оппозицией.
А в ней будут участвовать, с одной стороны, секретарь абхазского совбеза Нукзар Ашова, а с другой — председатель общественного движения ветеранов грузино-абхазского конфликта АРУА, член координационного совета оппозиции Виталий Гавния. Какие варианты вы обсуждали, выходя из сложившейся ситуации? Пока диалог. Больше ничего не могу сказать. А когда еще будут, когда следующий как бы там переговор планируется? Как только, говорится, поговорят с той стороны. Опять свежие будут встречи? Не знаю, насколько. Пока поехал, мы здесь, мы никуда. А? Это нужно понять, что Владислав Юрьевич поехал в президент. Ну, я не могу сказать, куда Владислав Юрьевич поехал, потому что я не знаю, куда он поехал. Он готов, как говорится, работать со всеми теми, кто, как говорится, заинтересован, чтобы был разрешен этот конфликт. О позиции президента что-нибудь известно вам? Не знаю, он мне ничего не передавал. А как вам видится, да, ваши дальнейшие шаги, как вам видится выход из ситуации? Так как это требует народ, отставка и дальнейшая возможность урегулировать все вопросы мирным способом, в соответствии с конституционными нормами. И у нас они есть, и мы можем следовать этим нормам. Никакой компромисс, кроме отставки, другой невозможен. Не будет никакого компромисса. Сурков, поговорив с нами, отправился к силовикам, к Совету Безопасности Абхазии. И в дальнейшем президент. И ориентировочно, если будет некое понимание, то ну, через какое-то время мы должны встретиться и уже проговорить детально, как выйти из сложившегося положения. Напомню, оппозицию возмутила паспортизация, проводимая анклавом в Гальском районе, населенном преимущественно этническими грузинами, и экономические просчеты правительства. Еще одним требованием оппозиционеров стало проведение конституционной реформы, которая бы привела к передаче части полномочий де-факто президента местному парламенту и правительству. Кроме того, были выдвинуты требования об отставке генпрокурора и глав администрации Гальского, Ткварчельского и Учамчирского районов самопровозглашенной республики. И вот как мне только что сообщают, де-факто парламент Абхазии большинством голосов проголосовал за прекращение полномочий Александра Анкваба. Ну а в Тбилиси за развитием событий в Абхазии очень внимательно следят. Сегодня ситуацию прокомментировал. Единственное, что можно сказать, так это то, что это еще одна демонстрация со стороны государства, оккупировавшего 20% наших территорий, того, что Москва продолжает не только военную, но и политику. Ну и еще раз повторю, за развитием событий в Абхазии внимательно следят в Тбилиси. Сегодня ситуацию прокомментировал министр обороны Грузии. По словам Ираклия Лассани, Москва продолжает не только военную, но и политическую аннексию региона. Тбилиси намерены исключительно путем политических переговоров способствовать урегулированию проблем в регионе, подчеркнул глава оборонного ведомства Грузии. При этом Лассани отметил, есть формат женевских консультаций, в рамках которого эти вопросы в будущем будут рассмотрены. А пока юрисдикция властей Грузии не распространяется на территории Абхазии, вся ответственность за сложившуюся обстановку в регионе возлагается на Россию как на страну-оккупанта. Единственное, что можно сказать, так это то, что это еще одна демонстрация со стороны государства, оккупировавшего 20% наших территорий, того, что Москва продолжает не только военную, но и политическую аннексию нашей страны и конкретного абхазского региона. Нас очень волнует, как будут развиваться события в Абхазии, как они отразятся на находящемся там грузиноязычном населении. И продолжаем выпуск. Грузия доказала, что имеет абсолютно конструктивное прогнозируемое правительство. Исследуя прогрессу, достигнутому в рамках восточного партнерства, Тбилиси должен адекватно ответить на имеющиеся в регионе вызовы. Об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Украины Арсением Яценюком и главой правительства Молдовы Юрия Лянки заявил руководитель грузинского кабмина Ираклий Гарибашвили. По словам премьера, Тбилиси проводит политику конструктивного диалога с соседями, не только с соседями, и разделяет политическую ответственность за мир и безопасность на европейском континенте и вне его. Мы неуклонно следуем курсу евроинтеграции, который является краеугольным камнем внешней и внутренней политики нашей страны. Хочу подчеркнуть, что европейский выбор Грузии обусловлен поддержкой абсолютного большинства населения страны и поддержкой всех основных политических сил. Мы гордимся, что добились очень важного прогресса с точки зрения осуществления перспектив, которые открывает восточное партнерство. Сегодня все три страны разработали план действий по участию в соглашении об ассоциации. Это предусматривает еще большее сближение в рамках ЕС, а также демократические реформы. И мы надеемся, что это позитивно отразится на развитии этих стран. Они избрали свой путь в Европу. И несмотря на имеющиеся сложности, они продолжают дискуссии на эту тему в своих странах.
Выступил премьер-министр и на церемонии награждения президента Европейского совета Херману Ван Ромпею вручили почетную премию имени Карла Великого за вклад в консолидацию Европы и объединение Евросоюза. Премьер выразил благодарность европейскому политику за поддержку Грузии на пути евроинтеграции. Дорогой господин Ромпео, от лица правительства и народа Грузии, а также от себя лично, искренне поздравляю с премией Карла Великого и благодарю вас за поддержку моей страны в деле евроинтеграции. Также благодарю за ваш бесценный вклад в консолидацию развития Евросоюза. Грузия разделяет мечту о свободной и мирной Европе, которая объединяет разные культуры, традиции, языки и религии. Как представитель свободной и демократической страны, я верю, что и Грузия способна внести свою лепту в европейский проект. Заседание Межведомственной комиссии по свободным и справедливым выборам прошло сегодня в Харагауле. Министр юстиции начала встречу с фактом избиения Зураба Чиавирашвили, который также находился на заседании в качестве гостя. Тая Цулукяни осудила нападение на экс-министра здравоохранения и отметила, что комиссия получит от прокуратуры исчерпывающую информацию касательно этого дела. Межведомственная комиссия пригласила на заседание практически всех кандидатов в местные органы самоуправления, внесших жалобы на имя органа. От лица всей комиссии я хочу осудить насильственные действия в адрес нашего гостя, господина Зураба Чиабирашвили. Я призываю всех сограждан к спокойствию. Хочу отметить, что подобные прецеденты вредят нашей стране. Факт нападения на Зураба Чиабирашвили – пятно, наносящее ущерб международной репутации Грузии, вне зависимости от того, кем совершено нападение, какова его мотивация. Об этом заявил посол США в Грузии Ричард Норланд, комментируя избиение члена Единого национального движения. При этом дипломат подчеркнул, что в преддверии выборов в органы местного самоуправления важно, чтобы избирательная среда была спокойной и цивилизованной. Нападение на Зураба Чиабирашвили, напомню, произошло 27 июня в одном из тбилисских кафе. Его несколько раз ударили чашкой по голове. Досталось и находившемуся вместе с ним профессору университета Ильину Дару Ладаре. Ему плеснули в лицо горячим чаем. Греческий суд принял решение об освобождении бывшего высокопоставленного чиновника МВД Грузии Даты Ахалая из-под стражи под залог. Рассмотрение же вопроса о его экстрадиции в Грузию отложено на 2 месяца. Об этом сообщила супруга брата Даты Ахалая, бывшего министра обороны и экс-главы МВД Грузии Бачу Ахалая Анина Дарейшвили. По ее словам, она не владеет информацией о размере залога, который должен выплатить Дата Ахалай, однако близкие семьи готовы предоставить любую необходимую сумму. Что касается откладывания вопроса экстрадиции на 2 месяца, по словам Дарейшвили, причина этому – материалы прокуратуры Грузии, к которым греческий суд отнесся неодобрительно. Дата Ахалай, напомню, был задержан правоохранительными органами в Греции. Несколько месяцев назад он пытался пересечь границу по поддельным документам. В Грузии против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе касающиеся нафтлукской спецоперации и убийства Сандру Гербляни. Адвокатов Ахалая не устраивает экстрадиция. Здесь он окажется в более тяжелых условиях. Мы знаем, что он попросил убежище в Греции. Думаю, у них есть какие-то гарантии касательно получения гражданства. У меня складывается впечатление, что предыдущие власти работали лучше. Они хотя бы сажали в тюрьмы людей, демонстрировали общественности свою силу. Бюджет парламента Грузии на 2015 год увеличен не будет. Об этом заявил председатель высшего законодательного органа Давид Усупашвили на заседании бюро. По его словам, параметры бюджета будущего года вызвали в обществе определенные волнения. Поэтому по решению большинства финансирование остается таким же, как было в 2014 году. Напомню, 16 мая парламент принял постановление об утверждении проекта бюджета парламента Грузии на 2015 год, согласно которому бюджет высшего законодательного органа страны на будущий год был определен в размере 54 695 000 лари, что превышает нынешний на 2 604 000. На добавленные средства парламент планировал увеличение зарплаты и обновление автопарка. Компанию «Кастрансгаз Тбилиси» в будущем году выставят на торги все 100% акций. Такому решению пришло правительство Грузии. Также сообщается, что в 2015-м будет реализовано 49% пакета акционерного общества «Кастрансгаз Аймак», 50% пакета акций общества с ограниченной ответственностью «Кыргызгаз» и 49% пакета акций акционерного общества «Кастрансгаз Алматы». Новости экономики и бизнеса у Хатуны Канжария. Хатуна, тебе слово. Здравствуйте.
раз Владимир. Альтернативные безопасные источники энергии сегодня актуальны как никогда. Компания Energo Wind Power намерена инвестировать 1 миллиард 400 миллионов долларов США в строительство ветряных станций в Грузии. Меморандум с целью изучения потенциала энергии ветра подписали министр энергетики Грузии Каха Каладзе и председатель совета директоров компании Юсун Зиагоксум. Об этом сообщают в Министерстве энергетики Грузии. Согласно документу, специалисты из Energo Wind Power проанализируют показания силы ветра в Поте, Каспе, Самборе, Руставе, Ахалкалаке и ряде других городов. На изучение всех деталей уйдет 33 месяца и около 7 миллионов долларов. В случае положительного анализа ветряные электростанции будут построены, сообщают в ведомстве. Возможно, в Крым потекут китайские инвестиции. Де-факто власти полуострова и восточные бизнесмены ведут переговоры о строительстве глубоководного порта. Поспособствовал тому недавний визит Владимира Путина в Китай. Следует отметить, что это не новая инициатива. В конце 2013 года сообщалось о том, что китайские инвесторы готовы вложить в строительство глубоководного порта вблизи Евпатории не менее 3 миллиардов долларов. Китайский бизнес может инвестировать и в другие проекты в Крыму. Как заявляют официальные лица, на переговоры Китай подтвердил заинтересованность в инвестициях в сельское хозяйство, переработку, перевозку и, возможно, строительство завода по технологиям капельного орошения. Евросоюз пытается уменьшить зависимость от российского газа. Еврокомиссия предложила на рассмотрение странам-членам ЕС стратегию энергетической безопасности, которую планируется обсудить в июле. Жозе Мануэль Баррозу отметил, что в отношении энергетической безопасности вся Европа должна выступить единой позицией. Отмечу, в марте Европейский совет, реагируя на осложнение геополитической ситуации, поручил Еврокомиссии разработать отмеченную стратегию с целью уменьшения зависимости в сфере энергетики, в особенности в отношении России. Стратегия предусматривает диверсификацию внешних энергоснабжений, развитие энергетической инфраструктуры, завершение формирования внутреннего энергетического рынка ЕС, осуществление мероприятий по энергоснабжению и так далее. Между тем, в Германии резко выросла безработица, и уровень поднялся максимальными за последние 5 лет темпами. Наблюдатели пытаются разобраться в причинах. Не исключено, что процесс спровоцирован геополитическими проблемами, особенно учитывая тесные торговые связи между Германией и Россией. На этом фоне курс евро падает по отношению к доллару. Американские рынки, между тем, находятся в состоянии эйфории, отмечают эксперты. Наблюдается улучшение состояния экономики. Доллар стабильно поднимается в цене. Один американский доллар сегодня стоит 1 лари 77 тетри. Курс евро незначительно упал 2 лари 41 тетри. 1 российский рубль 51 тетри. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. И в продолжение экономической темы. Путин, Назарбаев и Лукашенко заключили унию. Лидеры России, Казахстана и Белоруссии подписали в Астане договор о создании Евразийского экономического союза. Три постсоветские республики таким образом демонстрируют желание выйти на более высокий уровень интеграции. Союз по плану заработает с 1 января 2015 года. Задуманный общий рынок с населением в 170 миллионов человек, по идее создателей, должен обеспечить условия для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Впрочем, на Западе уверяют, главная причина создания нового объединения вовсе не экономическая. Это не что иное, как давняя мечта Владимира Путина – возродить Советский Союз. Тройственный союз с возможностью расширения. Лидеры Белоруссии, Казахстана и России провели в Астане заседание в узком составе. Его итог был ожидаемым. Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин скрепили своими подписями договор о создании Евразийского экономического союза. При этом казахский лидер счел документ взвешенным и грамотным и учитывающим интересы всех государств. Теперь, подчеркнул Назарбаев, новое объединение должно продемонстрировать свою жизнеспособность всему миру. Мы создаем принципиально новую модель добрососедства, взаимодействия народов на великом пространстве Евразии. Фундаментом для ее выступают испытанные истории, высокое доверие, крепкая дружба, взаимная поддержка наших государств. Впрочем, не все участники нового экономического союза демонстрируют абсолютное согласие. Так, президент Беларуси отметил, у него осталась некоторая неудовлетворенность проектом договора. Хотя подписать его Александр Лукашенко все же не отказался. При этом отверг утверждение о том, что Минск якобы выторговывал себе уступки. Как заверил белорусский президент, никаких уступок он не требовал, а сам документ назвал компромиссным и посетовал на тернистый путь к его подписанию. Кого-то мы теряли на этом пути. Я имею в виду Украину времен Кучмы, которая также начинала с нами эту тяжелую работу. Но, к сожалению,
Ноша оказалась очень тяжелой для Украины, но я уверен, что рано или поздно руководство Украины поймет, где лежит ее счастье, по крайней мере, не будет терять то, что по праву должно принадлежать украинскому народу. А вот по мнению Владимира Путина, подписание договора – эпохальное событие. Президент России пообещал, что новое объединение будет работать на универсальных прозрачных принципах, а граждане стран тройки получат право на свободный труд в любом государстве ЕАЭС без оформления специальных разрешений. Подписанный договор имеет действительно эпохальное историческое значение. Открывает самые широкие перспективы для развития экономик и повышения благосостояния граждан наших стран. Россия, Белоруссия и Казахстан переходят на принципиально новый уровень взаимодействия. Ранее на экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин говорил, что ЕАЭС исключительно экономический проект и ни в коей мере не является новой версией Советской империи. Президент России попенял брюссельской бюрократии за ее упорное нежелание работать сначала с таможенным союзом, а теперь и с нарождающимся евразийским. Наверное, нет. Наблюдатели прочат новому объединению дальнейшее расширение. Сейчас к нему хотели бы присоединиться Армения и Киргизия. Вопрос о приеме Еревана может быть решен уже в июне. Что же касается Украины, в бытность Виктора Януковича президентом этой страны Москва всеми средствами пыталась вовлечь Киев в процесс евразийской интеграции. Сейчас, учитывая события последних месяцев, такой вариант практически исключен. Однако аналитики отмечают, ЕАЭС может усилиться за счет проявляющего все большую заинтересованность к подобного рода проектам Китая. Да и Турция в последнее время все больше присматривается к экономическим и политическим выгодам альтернативного Европейскому Союзу объединения. Пока в столице Казахстана подписывали соглашение о евразийской интеграции, на востоке Украины были слышны выстрелы. На Донбассе продолжаются ожесточенные столкновения. Накануне вечером ополченцы начали штурм воинской части в Луганске. Сообщается об одном погибшем солдате. Около 80 военнослужащих сдались. Сегодня, по данным некоторых СМИ, активные бои с применением артиллерии и авиации шли в Славянске и Краматорске. Лидер президентской гонки Петр Порошенко ранее обещал продолжить антитеррористическую операцию на востоке. И вскоре у него могут появиться легитимные основания для этого. Исполняющий обязанности главы государства Александр Турчинов на сегодняшнем заседании Верховной Рады подвел итоги выборов, назвав Порошенко победителем голосования. Все солдаты срочной службы. Ну а Москва и Киев тем временем продолжают обмениваться обвинениями. Источники в российском генштабе утверждают, что в силовой операции на Донбассе участвуют украинцы, воевавшие в Сирии против режима Башара Асада. Около 300 бывших наемников якобы входят в подразделения правого сектора. Причем раньше они же, как считают генштабе, участвовали в других конфликтах, кроме прочего, на Северном Кавказе. Киев, в свою очередь, говорит о российских наемниках на Донбассе. Речь в том числе идет о чеченских военных. Столкновения на востоке Украины продолжаются. Сегодня под Славянском ополченцы сбили военный вертолет. Причем, как заявил исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, из российского оружия. Сообщается о гибели 14 человек, в том числе и одного генерала. Я убежден, что наши вооруженные силы, наши силовые структуры доведут дело по очистке страны от террористов до конца. И все преступники, которых сегодня финансирует Российская Федерация, будут уничтожены или предстанут перед судом. Слава Украине! Ошеломляющая победа. Бывший министр обороны Египта фельдмаршал ас-Сиси по итогам президентских выборов набирает 96% голосов, оставив далеко позади своего единственного соперника, кандидата от левого крыла Хамдина Сабахи. Впрочем, цифры отнюдь не говорят о безоговорочной поддержке ставленника военных. Явка избирателей была рекордно низкой. Лишь около 45% египтян определяли будущее страны. И это несмотря на дополнительный третий день голосования. Тахрир празднует победу, но если в 2011-м, уставшие от военной диктатуры, египтяне были охвачены эйфорией за свержение последнего фараона Хосни Мубарака, то сегодня на площади Свободы ликуют от возвращения военных к власти. Сторонники фельдмаршала Абделя Фатаха ас-Сиси устроили в центре Каира праздничные гуляния. Несмотря на то, что официальные результаты голосования еще не объявлены, предварительные данные говорят о безусловной победе бывшего министра обороны. То, что мы хотим и ждем от его правления, это не для себя, а для наших детей. Мы хотим помочь нашим детям и надеемся, что он будет совершать добрые дела.
После падения Мубарака Ассиси был членом Высшего совета вооруженных сил, который фактически руководил страной в то время. Фельдмаршал получил известность и народное признание во время протестов против первого демократически избранного президента Египта, исламиста Мухаммеда Мурси, который был свергнут все тем же Ассиси летом прошлого года за попытку отстранить военных от управления страной и установить законы шариата. Может ли Египет вернуться к военной диктатуре? Это главный вопрос, который задают сегодня наблюдатели. По мнению экспертов, хоть опасность этого сохраняется, все же возвращения во времена Мубарака не будет. За эти годы сознание египтян изменилось, и они приобрели новое оружие, которое не позволит вернуться к диктатуре. Это новое оружие заключается в том, что десятки миллионов людей практически за несколько часов заполняют улицы, выражая протест. Стрелки назад повернуть нельзя, и Ассиси это прекрасно осознает. Впрочем, победа ставленника армейской элиты не случайна. В Египте очень тяжелая ситуация в сфере безопасности. В некоторых случаях дело доходит до анархии, так что сейчас стране нужен правитель, который бы очень хорошо понимал смысл фразы «национальная безопасность». Это повернет нашу жизнь на 180 градусов. Все это время мы жили в тревоге, не чувствовали себя в безопасности ни дома, ни на улице. Сейчас, по воле Всевышнего, Ассиси стабилизирует ситуацию. Он настоящий патриот и не будет продавать свою страну. Для него важны только Всевышний и Египет. Но не будет ли под словосочетанием «национальная безопасность» узаконена охота на ведьм? В своих предвыборных выступлениях Ассиси неоднократно обещал искоренить само понятие «братья-мусульмане». Так что, отмечают наблюдатели, с приходом военного президента исламистов и их сторонников ждут не самые приятные дни. Вертолет западной коалиции потерпел катастрофу на юге Афганистана. В результате крушения погиб военнослужащий НАТО. В командовании международными силами по содействию безопасности не стали комментировать инцидент. Но СМИ выяснили, что произошел он в провинции Кандагар. По данным агентства France Press, при взлете американский тяжелый военно-транспортный вертолет Boeing SN-47 «Чинук» задел телекоммуникационную мачту и рухнул на землю. Около месяца назад в Афганистане также потерпел крушение натовский вертолет. В результате катастрофы погибли 5 британских солдат. Два мощных взрыва прогремели сегодня на японском танкере «Сейку Мару» у побережья острова Хансю. Грохот был слышен на расстоянии нескольких километров от места инцидента. Над судном поднялся столб черного дыма. Береговой охране удалось спасти 7 из 8 членов экипажа. Некоторые серьезно пострадали. Капитан судна все еще числится пропавшим без вести. Премьер-министр Синдзо Абе прервал свое выступление в парламенте, чтобы сообщить об инциденте. В канцелярии главы правительства создан кризисный штаб, которому предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Ну и напоследок об одном из самых загадочных авиапроисшествий в истории. Пропавший в начале марта малазийский Boeing 777 упал не там, где все это время его искали. В координационном центре поисков лайнера заявили об этом после того, как подводный аппарат Bluefin 21 закончил свою миссию на юге Индийского океана. Аппарат прочесал зону возможного крушения площадью 850 квадратных километров и не нашел следов самолета. О том, что малазийский Boeing, вероятно, ищут не там, заявил и замдиректора ВМС США по подводной технике Майкл Дин. По его словам, сигналы в зоне поисков, на которые ориентировались спасатели, возможно, не имели никакого отношения к черным ящикам. Напомню, пассажирский лайнер, выполнявший рейс Куала-Лумпура-Пекин, бесследно исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта. На борту самолета находились 239 человек. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать. А всем автолюбителям советую никуда не переключаться. В 12 часов смотрите программу «Авторбола». Для истинных ценителей автомобилей всего, что с ними связано. В студии работал Владимир Унанянц. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.